объявить себя банкротом и больше не платить. В теории все кажется очень просто. И когда долги становятся непосильной ношей, то это кажется самым правильным решением. Но мы советуем, не объявляйте себя банкротом, пока не прочитаете нашу статью и не взвесите все за и против. В статье мы разбираем 10 причин, почему не стоит объявлять себя банкротом. Банкротство – не такое простое решение проблем, и его последствия достаточно серьезны. Лучше всего не накапливать долги и при невозможности выплачивать кредит как можно скорее обратиться в свой банк. Вы можете рассчитывать на реструктуризацию долга, изменение условий погашения кредита в вашу пользу, например, отсрочку платежей или уменьшение ежемесячной суммы за счет увеличения срока. Подробнее в полном обзоре.